мусорными свалками на арендованной территории у побережья залива теперь будет разбираться районная прокуратура. В прошлом выпуске мы показали состояние лесополосы от улиц Большой Купальной до Старой в поселке Александровская. Местные жители обратились в нашу редакцию за помощью в освещении данной проблемы. Надзорное ведомство оперативно отреагировало на показанный видеоматериал. Не остался в стороне и Сестрорецкий муниципалитет. До финала еще далеко, но первые победы уже имеются. Свалка вдоль побережья залива от Тарховки до Александровской постепенно исчезает. К проблеме подключилось прокурорское ведомство, совершив выезд на местность. Прокуратурой района проводится проверка по факту несанкционированного размещения и складирования бытовых и строительных отходов на территории, не предназначенных для этих целей. Так, по результатам проверки будет решен вопрос о применении в отношении виновных лиц соответствующих мер прокурорского реагирования. Напомним, что местные жители забили тревогу, когда зеленая зона рядом с их домами постепенно начала превращаться в общественную свалку. Арендованная у города земля под так называемый «Новый берег» намывную территорию под малоэтажную жилую застройку, по сути, оказалась без надлежащего присмотра. Мы бы хотели, чтобы, первое, эти свалки убрали, и ограничения для въезда машин поставили, какие-то надолбы или что-то еще, потому что мы же местные жители, мы не имеем права отслеживать, кто туда едет, делать какие-то стоп-сигналы и так далее. Это должна делать администрация. Если туда ездят машины, скидывают мусор, значит, надо поставить ограждение, чтобы машины не проезжали. Да, тем более, вот, что это велодорожка, а не машина. 6 лет назад у компании «Северо-Запад Инвест» были реальные планы по освоению данного побережья, связанные с намывом островов в прилегающей акватории. Здесь практически все должно было пойти под бульдозер. Но, к счастью, пока эти планы так и остались в проекте. Сегодня местные жители радуются, что данный кусок побережья пока остается зеленым. Однако за территорией все-таки нужно кому-то следить. А у арендатора земли это пока плохо получается. Помочь жителям в их борьбе за чистоту вызвался и Сестрорецкий муниципалитет, пообещав сделать все от них зависящее для скорейшего решения проблемы. Мы знаем, кому принадлежит данная территория, кто является арендатором. И все время пишем письма с нашей стороны о том, чтобы они занимались уборкой. Но скажу вам, что по статистике, которую мы, опять же, подняли с прошлого года, курортный берег, который выполняет функцию уборки данной территории, он с мая месяца заключил договор непосредственно с арендатором «Северо-Запад Инвест», который является этим арендатором. И с мая месяца они вывезли порядка 135 кубов мусора, а на сегодняшний день, в этом году, за первый квартал вывезено уже порядка 240 кубов мусора. Мы обратимся письменно к арендатору с просьбой, чтобы он уложил какие-то бетонные ограждения для того, чтобы грузовой транспорт не смог туда проезжать и выбрасывать несанкционированный мусор.